Привіт усім, з вами додатковий час. Це Олександр Тренін. Хотів сказати декілька слів вам, я Гонг, і ми говоримо про п'яту лігу ХФЛ. Аналізуємо матчі, які відбулися в турі номер 21. Я правильно сказав? Все правильно. Отже, перед цим ми робили анонс, і от і дійшов час вже до самого аналізу. Отже, перша гра Сокол Тайм, дуже цікава гра, і закінчилася вона з рахунком 0-3 на користь команди Тайм. Шкребляк 23-й, дух 41-й, солдати на 44-й хвилині забували голи. Сань, що ти скажеш по цій грі і чи вдалося тобі бачити щось там, як хлопці грали? Звісно, всі це бачили. Гра була напряжена, гра була нервна, можна було показувати красні карточки і не одну, по крайній мірі, ігроки собі непонятно, що дозволяли на полі. У Тайма обновлений состав, тобто усилений. Не то, что там он раньше был слабее, просто сейчас там играют люди немного постарше, чем играли, и помассивнее. Ну, получилось у них забить в первом тайме под конец тайма мяч, а потом уже, то есть когда Сокол буквально, не то что развалился, но упал духом, то есть они забили второй, третий. Много было претензий к судье со стороны Сокола. То есть, ну, еще раз говорю, не то, что там, допустим, судья мне не понравился, который там судил. То есть сейчас то очень трудно найти судью, который бы отсудил бы нормально в 4-5 лиге, и чтобы не поддавался давлению со стороны одной из команд. В общем, люди боятся, потому что знают, что те деньги, которые им заплатят за судейство, они не окупятся, если им набьют морду. Я бы так сказал. Ну, а я скажу, що особисто битиме тих, хто битиме суддів. Так що хочу запевнити суддів, що вони можуть не боятися, і якщо якийсь станеться прикрий інцидент, то я обіцяю кожному з вас, хто хоч пальцем зачіпить суддю, що це буде останній ваш матч у ХФЛ. Отже, йдемо далі. Поєдинок відмінений вже, так? У мене поєдинок відмінений, так. Я задоволений, вийду навіть на ринг з вами у боксерській. Я мав на увазі не останній, що я вас поб'ю там чи відлупцюю. Ні, абсолютно. Ви будете дискваліфіковані і на довгий час. Отже, наступний матч Авангард Олімпік. Дуже цікава гра. І дещо несподіваний результат. 3-0. Команда Олімпік поступилась команді Авангард. На самом деле, коли ми робили анонс ще цього тура, коли говорили о ігрі Авангард Олімпік, старались обратить внимание Олимпика на то, что та игра со штурмом, которую они продемонстрировали, была, конечно, не очень. Да и еле-еле победа над Юнионом 2-1, то есть это тоже не ихняя игра. И вот второй тур подряд они пропускают 3 мяча. Ужас, что Олимпик я высыпается. У Димы еще спрашивал, сколько он мячей забьет в этом матче, он честно ответил, что 0. Я не знаю, как его потом выпустили на поле после этого ответа, но, как видите, сдержал свое слово, ни одного не забил. 3-0. То есть Авангард действительно сейчас на подъеме. То есть выиграл последних 3 своих матча. Ну и единственная команда, то есть, которая не теряла пока что вот после 19-го тура, после перерыва, это Штурм. То есть ничья с Олимпиком это не потеря, это их не конкуренты. В принципе. А наступна гра Гвадаладжара Вінтер Гарден. І Гвадаладжара просто таки розбила команду Вінтер Гарден з рахунком 4-1. Возможно, в этом матче, то есть я тоже его видел. Гвадаладжара серьезно подошла к этому матчу. И я бы не сказал, что вот они вышли там и прямо сделали результат. Они вышли и пропустили на первой минуте гол. То есть, но потом. Ну, Вінтер Гарден не смотрелся в этой игре, вот как они обычно играют. Первый матч, напомню, завершился со счетом 3-7 в пользу Винтергардена. То есть тогда Винтергарден с первого до последних минут отыграл так, что на 3 очка, можно сказать. А здесь они один забили, потом Гвадаладжаре удалось сравнять, и практически было понятно, что Винтергарден больше ничего не продемонстрирует в этой игре. Зрозуміло. Наступна гра у нас просто такая... Таки не відбулася, Донбас знову не приїхав, і я думаю, що більше ми не бачимо. Ні, це не приїхав Салют. А, Салют. Донбас технічну перемогу отримав. Були, між прочим. Не англичане, а австралійці, але ребята були.
Ну, наскільки мені відомо, я спілкувався з організаторами команди Донбас, і Донбас пише не гратиме у нас. Дивно, якось незрозуміла ситуація. Ну, нехай. В будь-якому випадку, аналізує таблицю, однозначно, да, та команда, яка даже зайде вместо Донбасу, скоріше всього, буде команда смертником, яка вилетить в шосту лігу, тому що дуже хорошо треба буде постаратися цій команді. У неї не дуже зараз там календар піде. Бачимо. Юніон Монте-Карло. Рахунок 2-6 на користь команди Монте-Карло. Я думаю, свої ноги до цього приложили гравці команди «Союз». Так і було. Не було прославленого голкіпера у команди «Юніон» на цьому матчі. Ну і перший матч завершився з счетом 0-6 в пользу Монте-Карло. Туда ще з Воскресенкою. Этот матч завершився з счетом 2-6. Тобто, звісно, якийсь прогрес є. Но общий прогресс в сторону результата пока не наблюдается. Штурм Young Boys. Ну, хлопці зі штурма штурмували ворота Young Boys, і дійсно таки добре доштурмувалися, тому що найбільший результат в цьому турі саме ці дві команди показали, найбільший гольовий результат, а саме команда штурм. 6 сухих м'ячів у ворота Young Boys. На самом деле Union Monte-Carlo более результативный матч. Там 8 м'ячів, а здесь 6. Ну так, да, я хотів просто сказати, що одна команда майже ну, найбільше розрив. Найбільша перевага, да. 6 м'ячів це штурм Young Boys. Так от, то есть, если аналізувати этот матч, то сказати про Young Boys. Young Boys команда, которая зайшла в місце возрождения. Как у них было 22 очка, так и осталось после всех их сыгранных матчей. И мне кажется, если они что-то не поменяют, а вряд ли они что-то смогут поменять, по крайней мере, за эти игры, которые вот остались, 9 игр, то именно они, Донбасс и Орион, скорее всего, вот три команды, которые будут на вылет. То есть я думаю, если Салют соберется, ну, они возьмут там 4 очка и обгонят Young Boys. Также, то есть Авангард и Юнион, я думаю, тоже могут взять очки с тем же Донбассом, с тем же Орионом и обогнать все-таки Young Boys. А вот Ориону очень трудно будет убираться из подвала, потому что дистанция в 8 очков за последние 9 матчей, а тем более с их игрой, которую они сейчас показывают. Хотя вот следующий матч против ЮНИСЕФа, который вот они сыграли, как у нас будет как раз сейчас в анализе. Но пока сейчас наш матч Гладиатора против Атлетика. Гладиатор 3, Атлетика 2, рахунок 2-2. Ну, про судейство я молчу в этом матче, потому что все мы знаем. Все-таки у нас дворянская лига. Дворянская, да, дворяне играют. Дворовые команды играют, да, но все-таки не хотелось бы, чтобы было именно такое судейство, потому что не было, во-первых, сеток у нас, и судья дважды буквально не зраховував м'ячі, да? Бо забувала, він не зраховував. На самом деле, то есть даже я не мог понять, залетел, но чётко было слышно, что касается штанги, а вот с какой стороны коснулся штанги, это было как бы непонятно. Ну, в любом случае, то есть мы отобрали очки у лидера, 2-2, то есть неважно там, да? Какой там состав Атлетика был, был вполне нормальный состав, который у них приезжает на игры, и сыграли так. Могли выигрывать, могли проигрывать, то есть нет. Как обычно, у нас автоголом в матчах с Атлетико, неважно какой лиги, кто-то отличается, так и случилось на этот раз. Фамилии, конечно, написаны тоже зверски. 2 из 4 неправильно. Тоже... Ну ничего, ничего, таке бывает, да, да. Суддя он за то, что вы его так критикували, він везде. Ну і остання гра цього туру – це команда «Юніцев» грала з командою «Оріон» рахунок 2-1 на користь команди «Юніцев». Матч розсматривати з полком «ХФЛ». Так записано у нас, і два вилучення у цьому матчі. Зірянов і Тихоненко. Так, але я чомусь не бачу, чому «Гладіатор Атлетико» матч теж не написано розсматривати. На самом деле, должен думаю, быть... Я думаю, что у вас тоже там было что-то интересное, да? Нет, это не в матче Гладиатор Атлетик, это в матче Гладиатор Сириус. А, Гладиатор Сириус, действительно. Да, Атлетик там нормальные сейчас... ребята там. Да, нормально. А в Сириусе не совсем нормально. А вот в Сирии не совсем нормально. Ну и что ты можешь сказать про матч Юнисеф Орион, потому что я, честно говоря, этот матч не видел, но я думаю, можно похвалить ребят с Ориона. А, да, однозначно. Хлопцы с Ориона молодцы. Это не 8-0. Непогано дуцили, да, и довольно-таки непогано втримали. И могли, мабуть, могли,
Ну, то есть... В любом случае они сыграли на счет, то есть они боролись до последней минуты. А, уже на 47-й вони відірвали той один м'яч. Престиж. Ну, да, в принципі, м'яч престиж був. Да. Ну і що сказати, якщо навіть про ЮНІСЕФ, ну не дуже таки чемпіонська гра. Вони борються зараз за второе, третє місце. Сумніваюся, що вони будуть боротися за перше. Тому що Штурм поки його уверенно держить. Тобто я не знаю, як там буде. Также думаю, Таймс такой игрой, он подтянется к лидерам. То есть сейчас у них отставание на 9 очков, но все впереди, 9 туров. Окей, 9 туров еще попереду, мы говорили про футбол в 5-й лизе, анализировали тур 21. Далее будем говорить про то, что же будет відбуватися у туре 22, залишайтесь с нами. С вами был Гонка, Олександр Тарінін.